Всем привет, друзья! Это необычное немножко видео, потому что в этом видео я хочу поблагодарить YouTube-блогеров, которые стараются во благо всех начинающих, а может быть даже и не начинающих музыкантов, например, таких как я, потому что я гитарист, но я очень сильно прикипел к барочной музыке, я всегда хотел ее играть. Вот, я решил научиться играть на таком инструменте, как скрипка. Вот такая вот история. И в свои 37 лет я решил все-таки добиться этой цели и потихонечку к ней идти. У меня получается, предыдущее видео вы видели, то есть там отрезочек, что-то начинает получаться, хотя я занимаюсь, по-моему, менее 8 месяцев, но уже есть прогресс. Я хотел бы очень сильно поблагодарить таких блогеров, благодаря которым я этим занимаюсь, потому что они меня вдохновили на это, и хочу им передать благодарность и огромный привет. Во-первых, это Алена Чехова. Алена, большое спасибо, потому что, в принципе, ваши видео меня все-таки подтолкнули на то, чтобы вообще купить инструмент, потому что я все время думал, да нет, наверное, какая-то глупая идея, тем более меня отговаривал один скрипач, он говорил, что это очень долгий путь, что нужно заниматься полтора или два года, чтобы хоть что-то стало получаться и так далее. Оказалось, нет, все совершенно по-другому, и благодаря вашим видео я купил инструмент, ну, что вы как-то так объясняете, что мне стало понятно, что все-таки нужно начинать пробовать действовать. Следующее, кому я хотел бы сказать большое спасибо, это хозяйка канала «Уроки скрипки с Яной». Яна, большое вам спасибо, потому что вы тоже мой вдохновитель, вы так же, как и Алена Чехова, вы мой практический преподаватель. Вот. Я не все брал с Ютуба, не все брал у вас, дорогие мои учителя. Вот, да, пришлось взять несколько уроков, буквально там, ну, совсем чуть-чуть я походил, но что я понял, что есть проблема, я не понимаю, например, где должен быть вот этот палец, да, здесь или здесь, я не понимал, что делать с этим пальцем. Ну, с мизинцем вы все прекрасно объясняете, там понятное дело. Я не мог понять, как сильно натягивать смычок. Хотя вот Алена, большое спасибо, объяснила. Я до сих пор пользуюсь ее советом, что нужно натягивать так, чтобы здесь в щели как бы можно было поставить вот это древко. Между прочим, большое спасибо. Я потом узнал, что если перетягивать смычок, что его можно угробить. За что вам большое спасибо. И так далее. То есть все-таки нужно сходить парочку занятий, взять у преподавателя, и можно дальше пробовать и идти этим путем вперед. Также хотел бы сказать всем, кто начинает самостоятельно, не бойтесь, не пугайтесь. Самое главное – это практика, потому что я на самом деле тоже преподаватель музыки, только я преподаю гитару. Я всегда своим ученикам говорю, что любой преподаватель – это всего 10%. 90% это работа самого учащегося. Скрипка это такой интересный инструмент, на котором нельзя пропускать ни единого дня. То есть вы должны поставить цель, что каждый день я буду заниматься минимум там, 30 минут, например. Ну, 30 минут это минимум, потому что у меня получается в день заниматься час-полтора. Слава богу, у меня есть на это возможности. Вот. Точно так же мне очень интересен, я не смогу поблагодарить, наверное, этого человека, потому что у нас Инстаграм заблокирован. Это Хиллари Хакман, по-моему, ее зовут. Мне очень понравилось, как она сделала замечательную вещь. Она сделала 100-дневный марафон, и 100 дней она занималась и выкладывала каждый день своих занятий в Инстаграме. Это было очень круто, это как раз-таки показатель того, чем нужно заниматься. На самом деле, мало, наверное, кто знает, что Хиллари, на самом деле, она великий музыкант планеты Земля. Сейчас она великая скрипачка, которая выступает по всему миру, Япония, Америка, Европа. И все равно этот человек практикуется, практикуется и вдохновляет всех остальных. Спасибо всем большое. Я очень был рад познакомиться с этим инструментом очень близко. Я делаю успехи благодаря вам всем. До свидания.